Пью так. Все, погнали. Сядь нормально. Спецоперация. Ну, держи палочку. Говоришь, всем привет, ребят. Сегодня мы снимаем для вас влог. Сколько у нас уже время? 13:51. Почти 2 часа дня. Скажи, я сегодня спала до 12 часов. И то меня разбудили. Я сегодня буду показать, что я каждый день делаю. Ну иди подготавливай свою площадку. Батарейка садится, нужно. Это что, разминка? Я делаю колесо каждый день. По 100 раз в день колесо делаю. Раз. Сделай с ней вместе. Колесо? Да. Давай, Маргарита. Опа. Дальше что ты делаешь? Опа. Мостик. И обратно. Опа. Давай еще что-то умеешь делать. Опа. И вот так. Ой! Я устала. Уже все. Как жарко, Маргарита. Ты сушишь носочки свои? Да, потому что они мокрые. Травка вон, видишь, походила по мокрой травке, теперь сушит носочки. Так ты их сними, положи вон туда, на этот, на лежак, и все. Опа. Старайся стоять, удерживать равновесие на руках. Опа. Что он делает, твой фербик? Он крутится. Не, ну песенки поет еще. Спрашивали, есть ли Ксюша до сих пор фанатка Билли Айлиш. Смотрите. У нее даже духи от Билли Айлиш есть. Такие вот. На день рождения дарили. Даже коробочка стоит. Запах, кстати, ванильный. Вот такая вот у нее статуэтка. Что еще? Пластинка у нее тоже Билли Айлиш. Вот. И фанат тоже Лего собирать. Такой вот у нее страшный Веном. Что еще тут у нее? Такая вот пандочка маленькая. Там у нее коробки от Лего. Вот еще Бибиода. Пикачу. Что сейчас тут у нас? Вот, все. Сюда я натерла кабачки. Яйцо, мука. И сейчас кабачок? Перемолю лучок. Моя штука. У меня здесь еще пожарились кальмары в кляре. Сейчас еще вторую порцию засуну туда. Так, все. Лучок добавила. И сейчас буду жарить. Так, мы сейчас идем с папой снимать видео одно. Смешное. Не, я боюсь, что она убежит, нет? Нет, я буду снимать мячик. А я тоже? Ты можешь тоже с папой попробовать. Но выглядеть. Я подпрыгиваю, потом он меня перекручивает и ловит. Опа! У нас тут мойка окон. Конечно, меня с этой стороны мы не сможем помыть. Во-первых, у нас тут вот диван стоит. Во-вторых, у нас вот эта жалюзи поломалась. Одна, видите, я ее там закрепила. Одни крепления порвались, и она у нас упала. То крепление, которое поднимает, оно порвалось. Нужно вызывать мастера и ремонтировать. Так что помыли только эту сторону. Я знаю, как сейчас держать. Что ты ее держишь? Потиху, двумя ручками держи, там она тяжелая.
легко. Ну, для тебя она тяжелая, для меня это нет. Все, погнали. Застегивайся. Красивая тут природа такая. Сначала перчатки? Yes. Давай. О, уже прохладненько, да? Ну, я в футболке, мне прохладно. Два. Тут столько мотоциклов было, все разъехались уже. Mm-hmm. Только два осталось. Это ваши. Идем. Сядь нормально. Все. Ну-ка, признавайтесь, кто у папы монетки взял? Каро, тома тут два сенсорки контрасты. Каро. У нас дрон на вот этой вот крыше застрял. Сейчас нужно Макса поднимать. Он почему-то не включается. Не получается. Дала им палочку, чтобы они это... Почему-то не включается дрон, Каролина. Палку дай ей. Спецоперация. Спасение дрона. Все, наконец. Опа. Все. Спасли вертолет твой, то есть дрон твой. Молодец. Скалолазка. Ничего не поцарапалось? Молодец. О, Ксюша нам устроила домашний кинотеатр. Соединила кровати. И самый первый, как вы думаете, кто пришел смотреть фильм? Это Филиппок. Пони, ко мне, давай. Чего ему хочет? Маргарита моется. Маргариту ждать будем? Нет, он не хочет. Не хочет? Мы будем смотреть... А, как он называется? Головоломка, да? Вторая часть. Мы смотрим футбол. Испания. Мы болеем за Испанию. Со стола убираем. Мы только поужинали. А, чего? Давай вместе футбол. Не, давай со стола убирать. Взлетает? О, oh, yeah. Прям с рук. Дискотека. Дискотека. Вот телевизор смотреть. Вот кушать. Вот искать кушать, она тут делает кушать. И вот руки мыть. Где? Вот. Раковина. Да. Угу. Делали они настольную игру в школе. Такой зайка. Открывается крышечка, и там кубики. Здесь бумажечки, чтобы записывать имя. Ну, в общем, нужно перемешивать вот эти вот кубики. Мама! Вот так вот накрывается крышкой. И вот я снимаю. Ставь там же, где было. Я. Вот так вот нужно трясти, потом раз, переворачиваешь, открываешь, и ищешь одинаковые парные. Вот, 2-2, 3-3, да? И нужно записывать общую сумму. И потом в конце подсчитывать общий балл. Угу. У кого больше, тот выиграл. Это жужжание целый день. Сколько? На сколько минут хватает батарейки? 5. На 5 минут? Так он уже давно уже им играет. Называется Бонсай-баум. Можно двух цветов, да, сделать? Я думаю, это розовый. Это птички или кто это? Это фрош. Похоже на каких-то кропаток. Это лягушки. А-а-а. Мама, потрогай. В общем, можно розовый, белый, розовый сделать, либо зеленый. Потрогай. Потрогай. Ну, конечно, горячие. Эти же всегда раньше были. Одна книжка. Это что такое? Вот эти. Ты каким цветом будешь собирать? Розовый. Розовый?
Окей. Собери сначала одно, потом поменять. Может, другое, да? Давай. Как хочешь, я не знаю. Не, вот этот лучше. Сейчас же у нас лето. Знаешь, этот? Да. А это больше, наверное, как весна. Да? Нет? Ну, смотри, как хочешь, я не знаю. Так, Ксюша уже собрала вот такое вот деревце. Теперь осталась подставка. Мы добавили цветочки сюда, чтобы не было таким скучным. Деревце зацвело. Я снимаю таймлапс. Где осталась подставочка и готово. У тебя Маргуша такое маленькое, если. Это как этот камушки. Просто их так нужно положить, да? Mm-hmm. Прикольно. Еще последнее и все. А ты хотела же машинку поставить, а куда ты хотела ее поставить? Вот так. Кто на это? Да, готово. Я крепко нарядал то. Да, вот сюда машинку поставить. У нее там машина. Флорис. Тоже лево. За час где-то, да, ты собрала? Меньше. Да, меньше даже. Ну ты торпеда. Это быстро. Все, это Порш? Феррари. А, это Феррари. Марк Мишлицага. Я тормоз. Марк Мишлицага. Ладно, я не разбираюсь в машинах. Вау, Ксеньо, круто. Если были бы с лягушками, я можем бывать сюда. Если авто вали 20 миллионов за минуту. Время уже... Они еще не спят. Все, давай. Каролина уже пижамку носит, которую Маргарита носила раньше. Паучок? Ну, ничего страшного, пусть там сидит. У тебя глаза красные уже. Чешутся? Нет еще. Ты будешь читать? Маргоша будет читать. Чуть-чуть осталось. Ну ладно, а мы пойдем спать, а Маргоша будет читать. Все. Так, вот. Ладно, все. Всем пока, ребята. Увидимся в следующем году. Пока-пока.